вряд ли стресс. Ты же свои действия какие правонарушающие делаешь, нет. Пока что. Выбирай место для живых. А как человек будет направо поворачивать? Вот сейчас он оттуда поедет, вот сюда заходишь направо, а ты весь перекресток вот этот вот заняла. Что делать тогда? Что делать? Вот, что делать с ним? Куда так ты он ехать? Вот на ну, меня ку- и... Вот, ну, вот куда ему ехать? Крутируй. Поехали. Нельзя так делать. Уж если наглеть, только до середины. Окей. Левый ряд. Ряд перестройся.
выбрать место для остановки. Вот ты третий раз здесь остановилась. Ну, а здесь можно останавливаться? Да. Там же знака нет. Да? Место для разворота выбирай. Убедись, что не останавливается. Автобус. А надо было притормаживать и красться потихонечку. Какой знак видишь? Остановка запустила. Ты там три раза за ним остановилась. Понимаешь? Да. Знаков у нее нет. Думаешь, мне по приколу три раза было тебя здесь гонять, да? Да, уже не могу. Место для остановки. Собака бегает. Да. Вот здесь это ближайшее место, где можно остановиться и поставить автомобиль на стоянку после того знака. Поехали. Почему здесь мы смогли остановиться? Потому что не запрещено. Потому что был перекресток, да? Ну да, и перекресток. И дублирующих знаков не было. Выбираем место для остановки.